представляемого соперника Фиплера и бойца в синем углу. Ему 21 год, рост 180 сантиметров, вес 91,5 килограмм. Профессиональный рекорд 2 победы и ни одного поражения. Из Ташкента, Узбекистан, фото на терпе Ахачана. Его соперник в красном углу клетки. Ему 31 год, рост 180 сантиметров, вес 93,4 килограмма. Его профессиональный рекорд 4 победы и только одно поражение. Он представляет зал «Жигит» из Бишкека, Кыргызстан. Приветствуйте, Осман Абдулласизов! Рефери поединка Макс Протасов. Gracias.
Дамы и господа, зритель Максим Протасов остановил поединок через 3 минуты и 41 секунду первого раунда удушающим приемом треугольник руками. Победу одержал Осман Абдулазизов! Кыргызстан! Зал шумит! И аплодисменты его сопернику Надирбеку Ахатжонову.